девятки, это номер два. Мне не хватило просто памяти. Еще ложу. И вижу, что опять не хватает. Ну, наконец-то. Снимаем воронку. Точнее, шарик. Кто самая известная через эти женщина-писатель? Время. Теперь завязка. Ну да, но только если задача угадать шестую строчку, то есть шестая по популярности. Да. Мы не знаем, это российский, советский, иностранный. Время, стекло и право ответа у команды нельзя. Так. Завязываю. Самая известная женщина-писатель. Вот. Притом, и Игорь. Мы даже не знаем, она прозаик, поэт. Живочек вот тебе. Да. Сочинительствует. Алексей Цветаева? Вот, ребята. Ваша версия как? Это уже дырка. Мы думаем, что это ваша версия. Петр, считаю до трех. Один, два, три. Астрид Линдгрен. Астрид Линдгрен. Замечательная шведская писательница. Про Карлсона сочинила. Ну, кстати, про Карлсона. Хорошо. Как вы думаете, а на верхней строке самый популярный ответ какой будет? Если бы это же выручка, я делаю. Я когда это заделала, теперь наш шарик имеет много разных форм. Смотрите. Ну, посмотрите. Видите, она имеет сейчас разные формы. И вот здесь вот тибилинг. Это не мука, это клей, который заклеил мне. Мой шарик. Шарик можно купать. Так же играть. Так вот, что он делает с маркером? Берете и здесь рисуете мордочку, если у вас нет мордочки. У меня вот какая веселенькая, добавненькая мордочка. Не получилось у меня. Теперь, ребятки, что делать следующее? У меня ведь сейчас вам покажу. Мы берем ленточку и вяжем ее здесь. На шнурочке. Сейчас, ребятки, я вам покажу. Здесь завязываем. Вот. Делайте вот так вот. Видите, у меня вверх ногами, так что я переверну. Здесь нарисую маркером мордочку. И маркером рисуйте вот такую мордочку веселенькую. Кого у вас очень плохое настроение, рисуйте какую-то такую мордочку. Такую грустную. Ну, вот такие вот веселенькие мордочки. Теперь ему нужно подсохнуть. И все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.